Обрушение части пола транспортной галереи между двумя заводами произошло 17 июня в 7:50 утра. Конструкция сооружения выстроена так, что бетонный пол держится на металлических опорах. Предварительно именно они не выдержали нагрузки. Сама пострадавшая галерея стояла в очереди на ремонт летом этого года. Но ремонтники еще даже не успели к нему поступить. Эта галерея должен был быть произведен ремонт текущий, не капитальный. Соответственно, для того, чтобы сейчас восстановить, нужно провести полный капитальный ремонт металлоконструкции. На сегодняшний день мы в первую очередь сейчас обследуем все галереи. Это первое. Второе, это будет обследование как подразделениями специализированными, которые выполняют именно экспертизу металлоконструкции. Гендиректор КАМАЗа лично ознакомился с ходом работ по локализации последствий аварии. Одна из предполагаемых причин ЧП – не человеческий фактор, а время. Полувековая эксплуатация и коррозия металла. Не исключено, что процесс ускорили проливные дожди, которые были частыми последние два месяца. В результате обрушения упала бетонная плита размером 18 на 24 метра. Я начну с того, что нам сильно повезло, что в момент обрушения не было людей. Вот, как говорится, можно свечку в церкви ставить Богу. А в целом понятно, что часть конструкции устарела со временем, подверглась коррозии. Вот, и сейчас в оперативном порядке нужно будет провести восстановительные работы всей галереи, не только этого участка. Добиться того, чтобы больше такого не происходило, даже потенциальную возможность устранить. По распоряжению Кагогина будет проинспектировано состояние всех промобъектов на каждом заводе компании, даже тех, анализ которых недавно проводился. Главным образом это касается металлических каркасов, то есть те места, где необходимо исключить застой воды. Что же касается пострадавшей галереи, точные сроки восстановления будут известны после завершения всех экспертиз. Кстати, происшествие никак не повлияло на производственный процесс. Оба завода работают в привычном режиме. Константин Величко, Олег Горячков, Вести КамАЗа.